Сейчас, по-моему, такие мероприятия называются фишмобами. Вот попробуйте это дело организовать без мобильной связи при определенном противодействии Комитета госбезопасности и властей. Или ты стоишь с этими людьми в этой цепи, если ты физически там не можешь быть, ты должен каким-то образом делать то же самое, что и они. Большую часть своей жизни жил в ужасном фактически режиме, который я теперь смотрю фильм о Северной Корее. Это точно то же самое, это ложь. Там уже в Москве Горбачев начал двигать перемены и называть это перестройкой. А в балтийских странах взялись всерьез. Коммуникация – это и через печатное слово, и через лозунги, и через видимое, читаемое. У нас развилась в скором очень времени массовая свободная печать. Мы проехали весь маршрут. Мы говорили с местными властями, которые тоже находились под влиянием Народного фронта. Была великолепная организация, у меня есть и списки, географические, так по дороге, с какого километра, по какой километр, какой район, какой город обеспечивает эту цепь. Ну, на этом мосту мне довелось стоять примерно в этом месте. Ну, там особых команд никто не раздавал, все спонтанно происходило. Ну, это же было как фестиваль. Тогда уже не было в людях страха. Наш пример, он был заразительный, да, и для кавказских народов, и даже для России, да, что люди поняли, что совместно можно что-то делать.